Эрнесто Энеркиев, выпускник РГСО, чемпион Европы 2016 года, победитель Москва Open 2015 года. Приветствую участников 17-го международного фестиваля Москва Open. Этот фестиваль традиционно является флагманом российских шахмат, самый крупный в стране фестиваль. Многие на него равняются, шахматисты готовятся, ждут, хотят себя показать. И сегодня, в такой непростой момент, все шахматисты с особенным вниманием ожидают этого турнира. Все хотят увидеть, что в шахматы можно играть сейчас. Все меры, которые будут приняты на фестивале, они позволят оградить, уберечь от возможных там заболеваний. И при этом сохранить самое главное – удовольствие от игры, общение шахматистов, возможность творческого роста. Вот, я хочу пожелать всем шахматистам, кто сейчас готовится, кто будет играть в Москве, кто будет играть онлайн, чтобы этот турнир стал таким же праздничным, каким он был и раньше, каким он был для меня. Я много раз участвовал в Москва Опене, очень для меня успешная площадка, хорошая, я всегда прибавлял здесь рейтинг, вот, и всегда поэтому тепло вспоминаю свои партии в стенах университета. Хочу пожелать хороших творческих партий, приятной атмосферы, встретиться снова с шахматистами, единомышленниками, коллегами, попробовать свои силы, сыграть, конечно же, успешно. И хочу пожелать организаторам, чтобы все прошло хорошо, по плану, чтобы новый гибридный формат оказался таким же интересным, веселым, запоминающимся, и этот 17-й фестиваль вошел в историю как такое новое слово в развитии шахматного движения России и мира. Дорогие друзья, приветствуем участников и гостей этапов Кубка России среди мужчин и женщин в рамках международного шахматного фестиваля Moscow Open 2021. Мы искренне рады, что в это непростое время большой турнир состоится в Москве и выражаем благодарность всем за участие. Шахматы имеют долгую историю и стали неотъемлемой частью мирового спортивного движения, отражением национальных и культурных традиций разных стран, в которых они развиваются. Сегодня шахматы – это не только спорт, но и образ жизни миллионов людей во всем мире. По сути, шахматы – это философия, которая позволяет стать внимательным, ответственным, вдумчивым человеком. Искренне желаю участникам встречи удачного выступления, удачи всем и побед сильнейшим. От имени компании «Лига ставок» и благотворительного фонда «Созвездие добра» рада приветствовать всех участников крупнейшего международного фестиваля «Кубок РГСУ Moscow Open». Очень рада, что в этом году, несмотря на все сложности, организаторы смогли найти возможность все-таки осуществить этот прекрасный, замечательный праздник шахмат. Я желаю всем участникам добиться новых вершин мастерства и ярких побед. Лига ставок – первая и единственная букмекерская компания в России, которая системно поддерживает шахматное движение в России. Дорогие участники, партнеры и зрители 17-го международного кубка РГСУ по шахматам Moscow Open 2021. Поздравляю вас с открытием турнира и надеюсь, что он будет ярким и запоминающимся событием в жизни каждого из вас. Шахматы для большинства из нас – это целая жизнь. Это не просто спорт, азарт, соревнования или радость победы. Это культура мышления, особый взгляд на мир и важный инструмент воспитания подрастающего поколения. И я радуюсь и горжусь тем, что Moscow Open помогает развитию не только российского спорта, но и личности каждого участника. Ведь Moscow Open – это не просто один из спортивных чемпионатов по шахматам. Это особое явление в мире шахматного спорта. Это шахматный праздник, фестиваль, который делает возможным тысячам участникам от новичков до гроссмейстеров погрузиться в шахматную вселенную. Это праздник дружбы разных народов, ведь участниками турнира будут граждане самых разных стран, в том числе Непала, Киргизии, Молдавии, Армении, Беларуси. Это праздник, который показывает, что шахматам все возрасты покорны, ведь самому молодому участнику турнира всего 6 лет, а старейший из них, Александр Артамонов, родился в 1936 году. И еще,
Это серьезное научно-практическое событие. В рамках турнира будут проведены конференции «Цифровая трансформация шахматного образования, тренды и вызовы» и семинар, на котором международные и российские судьи обсудят актуальные проблемы этого вида спорта. И в конце концов, это просто праздник массового спорта. Не случайно еще в 2016 году мы получили свидетельство Книги рекордов Гиннесса о том, что в рамках Moscow Open был проведен самый массовый в мире шахматный урок. Moscow Open всегда открывал новые границы в возможностях для любителей шахмат. И в этом году наш чемпионат проходит в новом формате. Важнейшее значение в нем будут иметь онлайн-соревнования, гибридные шахматы. Мы сделали для этого все, что необходимо. Ведь это настоящая новелла, которая пробируется здесь в рамках нашего фестиваля. ФИДЕ совместно с Министерством спорта утвердили новый регламент, и сейчас он впервые будет апробирован. Дети и студенты будут соревноваться в новом формате. И это здорово, что проходит это здесь, в рамках нашего фестиваля. Созданы авторизованные зоны, где присутствуют судьи и камеры. Авторизованные зоны созданы в 11 субъектов России, от Челябинска до Москвы, от Архангельска до Иваново и Элисты. Мы будем внимательно отслеживать этот турнир и надеемся, что в дальнейшем именно такие форматы появятся в каждой региональной шахматной федерации, в университетах, в школах. За этим будущее. И всем, кто участвует в нашем чемпионате очно, это спортсмены турнира А и Б, хочу напомнить о необходимости соблюдать правила поведения во время пандемии. В рамках турнира мы заботимся о вас и соблюдаем все необходимые санитарные нормы. Прошу, поддержите нас в этом. Не забывайте о социальной дистанции, о необходимости носить защитные маски. Я хочу поблагодарить, конечно же, всех организаторов и партнеров нашего замечательного турнира. Прежде всего, Федерацию шахмат города Москвы и компанию «Лига ставок», фонд «Благотворительные созвездия добра». Конечно же, хочу поблагодарить Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта Москвы и, конечно же, наших замечательных друзей и партнеров, компанию Сбербанк АСТ. Это тот праздник, без которого, конечно же, без партнеров, без друзей он бы не состоялся. Конечно же, отдельные слова благодарности сегодня хотела сказать всем участникам турнира, которые в эти сложные времена демонстрируют спортивный патриотизм и приверженность шахматам. Спасибо всем, кто, несмотря на все сложности и ограничения, примет участие в нашем шахматном празднике. Всем желаю побед, ярких эмоций, гордости за себя и за свои достижения. И позвольте мне сказать эту замечательную фразу, которую мы говорим каждый раз в рамках открытия турнира Moscow Open. 17-й международный турнир по шахматам Moscow Open объявляется открытым!